Так, дополнительный вкладыш для подстаканника. Все, поехали. Представляю вам дополнительный вкладыш для подстаканника Tank 300. Для чего нужен? Помним, да, когда все кофе стандартный Tank 300 кладут. Видите, даже у меня отошла крышечка. И чтобы достать его, целая история. Там еще вместо кофе вода налита. Чтобы не разлить, более аккуратно. Оп, оп, оп. Сейчас, секундочку, закрою, постараюсь. Вкладыш. Материал черный глянец. Здесь, видите, проставочки. Вставляется. Вот он, дополнитель его. Единственный сейчас минус, у вас не ездит. Но! Вот он сейчас с водой встала, без проблем. И так стандартная бутылка 0,5 тоже проходит и уходит дальше будет. Смотрите дальше. Как видите, чтобы в бардачок зайти, мы не можем ее откинуть. Просто нажимаем ее по бокам и вынимаем. И также можно ее закинуть обратно в бардачок. Если вы не нашли товар от компании «Стрелка 11» на свой автомобиль, также ВД-дефлекторы, лобовой дефлектор, защита сетки, также защита камеры, то, пожалуйста, звоните, обращайтесь. Разработка от компании «Стрелка 11» будет бесплатной. Звоните в компанию «Стрелка 11». Данную продукцию вы можете приобрести в интернет-магазине компании-производителя «Стрелка11.ру». Прямые ссылки на сайт и товар находятся под видео.